Ребят, всем привет! Совсем коротенький ролик. Хотел вам показать, как можно в домашних условиях, вот у вас, например, живородка беременной, самочки, чтобы молечко сохранить и совсем дешево и просто сделать. Вот сверху берете вот такой вот боксик. Видите? Дырочки вот так вот делаются. Тут, конечно, красивые малинезии самочки и гуппи самочка. Тут три штучки. В аквариуме стоит продувочка хорошая. Дно видим чистенькое. Улиточки. Анубис. Грелочка. Фильтр внутренний вполне хватает. Аквариум вы можете любой подготовить. Этот аквариум на 250 литров. И вот так вот самочки сидят. 2-3 дня. Я думаю, что уже появится малечек. Если нет, я рыбку больше 2 дней стараюсь в баночке такой не держать. Потом я ее опускаю в общую массу. Вот дырочки, видите? Потому что когда малечек у живородящей рыбки рождается, он падает на дно. У него такой желтый животик, желчный пузырь. И поднимается вверх, глотает воздух. 99%, что малек сюда обратно не заплывет, потому что если бы вы не, говорится, в аквариуме, в общем, вот самочка рожает, и потом малечек вот падает на дно, то, скорее всего, большинство будут съедены своими же родителями, мамочкой, или, например, вот у вас в аквариуме, например, 5 самочек сидят, то однозначно, к сожалению, будут скушены своими родителями. Поэтому вот так вы делаете. То есть не то, что это пример, как надо делать, это пример того, как делаю я и решаю вопрос, как говорится, дешево, просто. Главное, чтобы вода была чистая, чтобы кислород хватало, чтобы температура была соответствующая, объем нормальный. Поэтому простой тут свет стоит, лампа Т4, никакая не ледовская. Все очень просто и надежно. Закрепить вы можете сверху, я на угол стекла, вот тут здесь стекло сверху. Аккуратненько вставил и сверху накрыл. Обязательно накрывайте баночки, потому что бывали такие случаи, что самочки могут выпрыгнуть. То ли вечером, то ли от испуга, то, знаете, сидят мимо, кто-то прошел, они испугались. Объем небольшой, вот видите, какая беременная самочка. И может выпрыгнуть, и да, вы потеряете такую красавицу. А так, разводите, ребят. Это ж прикольно, когда во твоем доме рождаются малечки, потом ты малечков сам поднимаешь, малечки подрастают. И очень приятно, что это ты сделал именно сам, своими руками. Вот, друзья, хотел это вам показать, рассказать. Всем большое спасибо, что вы смотрите. Не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарии. Я вроде уже выздоровел, хорошо себя, более-менее хорошо себя чувствую. И поэтому стараюсь показывать что-то вам новое. Всем, друзья, пока-пока-пока.